По предварительным данным Краевого министерства сельского хозяйства, из-за засухи из 167 тысяч гектаров общей площади яровых культур пострадало и подлежит списанию более 60 тысяч гектаров. В Чите открыли акушерское отделение для рожениц из отдаленных районов края. Помимо женщин с высокой степенью пренатального риска, там будут принимать беременных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Все они также могут рассчитывать на помощь психолога, психотерапевта и юриста. В Чите из-за ремонтных работ, которые проводит ТГК-14, на 3 недели ограничили движение по улице Богомягкова. Уровень смертности от рака в Забайкальском крае ниже, чем в среднем по России. По словам главврача онкологического диспансера, чаще всего пациенты умирают от злокачественных образований в органах дыхания, желудки и опухолей молочных желез. Победитель чемпионата по бурятской борьбе Барилдан на Алханай получил 100 тысяч рублей.